Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Доктор Армстронг, вы обвиняетесь в смерти Мэри Климс, последовавшей 14 марта 29 года. Эмили Брент, вы виновны в смерти Беатрис Тейлор 5 ноября 31 года. Уильям Блор, вы были причиной смерти Джеймса Лендера 10 октября 28 года. Вера Элизабет Клейсерн, 11 августа 35 года вы убили Сирила Хамильтона. Капитан Ломбард, вы в феврале 32 года обрекли на смерть 20 человек из восточноафриканского племени. Генерал МакАртур, вы намеренно послали на смерть любовника вашей жены Артура Ричмонда. Энтони Марстон, вы убили Джона и Люси Компс. Этель и Томас Роджерс, вы обрекли на смерть вашу хозяйку Дженнифер Брейди. Лоуренс Оргрейв, вы виновник смерти Эдуарда Ситона, последовавшей 10 июня 30 года. Обвиняемые, что вы можете сказать в свою защиту? Доктор! Доктор, быстрее! Ничего страшного. Обыкновенный обморок. Роджерс, воды! Помогите! Кладите ее сюда. Что со мной? Один глоток. Сейчас будет лучше. А какой отвратительный голос. Я могла слышать этот голос. Да что это такое? Кто разыгрывает такие скверные шутки? Ну, конечно, так оно и есть. Что? Леди и джентльмены, прошу тишины. Вам предъявляются следующие обвинения. Нервы, нервы. Сейчас миссис Роджерс будет лучше. Обыкновенный обморок. Это все из-за голоса. Такой ужасный голос. Мне казалось, что он читает приговор. Должен вам заявить, господа, что все это гнусная ложь. От начала и до конца. Какая глупая и злая шутка. Вы думаете, что это шутка? Да, но мы забываем одно обстоятельство. Кто мог завести эту чертовщину? Роджерс! Роджерс! Да, сэр. Кто завел граммофон и поставил пластинку? Вы, Роджерс? Я не знал, что это за пластинка, сэр. Богом клянусь, не знал. Охотно верю, но все же вам лучше объясниться. Я выполнял указания, сэр. Чьи указания? Мистера Оуэна. Я должен был завести граммофон после того, как подам гостям кофе. Странная история. Я знать не знал, что это за пластинка. Клянусь вам. На пластинке была наклейка, на наклейке название. Я думал, что это музыка какая-нибудь. На пластинке название? Так точно, сэр. Она называется «Лебединая песня». Это нелепо. Абсолютно, абсурдно нелепо. Вот так ни с того ни с сего опорочить честных людей. Кто бы он ни был, этот Оуэн! Нет, вот это как раз надо выяснить, кто он такой, этот Оуэн. Ну что ж, приступим к допросу. Роджерс. Да, сэр. Кто такой мистер Оуэн? Владелец этого острова, сэр. Это нам известно, Роджерс. А что вы лично знаете об этом человеке? Ничего вам больше не могу сказать. Я его в глаза не видел, сэр. Никто его не видел. Да что же все это значит? Только то, что мы, я и моя жена были наняты через агентство. Агентство Реджина прислало нам письмо. О, старая почтенная фирма. В нем нам сообщили, когда мы должны приехать сюда.
Здесь все было приготовлено, нам оставалось только пыль стереть. А вчера вечером я получил еще одно письмо от мистера Оуэна. Он пишет, что задерживается, что мы должны принять гостей как можно лучше. Как можно лучше. Ну и там были еще указания насчет обеда и пластинки. Письмо при вас? Да, сэр. Прошу. Отправлено из отеля Риц. Отпечатано на машинке. Разрешите взглянуть? Печатная машинка Carnation. Совершенно новая, никаких дефектов. Бумага обыкновенная. Так, так. А.Н. Оуэн. И обратите внимание, какое жуткое имя у хозяина дома. Алан Норман Оуэн. Можно язык сломать. Если разобраться, то все это очень странно. Я получила письмо с неразборчивой подписью и почему-то решила, что оно от миссис Оливер, с которой я познакомилась 2 года назад на курорте. Она пригласила меня на этот островок, где якобы открыла пансион с хорошей кухней и без этих новомодных причуд, полуголой молодежи, граммофона до утра. Это письмо у вас, мисс Брент? Да, письмо у меня, я сейчас его принесу. Останьтесь. А вы, Марстон? Что? А, я получил телеграмму от своего приятеля, Барсука Беркли. Я был уверен, что он в Норвегии, но он почему-то попросил меня приехать сюда. Вот и все. А вы, генерал? Я получил письмо от этого А.Н. Оуэна. Он упоминал моих армейских друзей, писал, что я могу с ними здесь встретиться. Письмо. К сожалению, я его не сохранил. Меня пригласили сюда в качестве врача. Из письма я понял, что муж беспокоится о своей жене. Хочет выяснить состояние здоровья, при этом ее не беспокоит. Она отказывается идти к врачу. Нервы, видите ли. В письме был чек. Понятно. Прежде вы не были знакомы с этой семьей? Нет. В письме ссылались на одного из моих коллег. Для правдоподобия, конечно. Этот коллега, как я полагаю, в это время находился где-нибудь вне пределов досягаемости. Да. Сейчас я хочу выяснить одну небольшую деталь. Среди перечисленных имен упоминалась фамилия некоего Уильяма Блора. Среди нас нет человека по фамилии Блор. Фамилия Дэвис не упоминалась. Что вы на это скажете, мистер Дэвис? Мистер Дэвис. А? 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 Да. Пожалуй, дальше играть в прятки нечего. Я должен сознаться, моя фамилия вовсе не Дэвис. Значит, вы Уильям Блор? Да, точно, сэр. То, что вы здесь под чужой фамилией, это полбеды. Но вы еще и враль, каких мало. Только что в разговоре с мисс Клейсон вы утверждали, что жили в Южной Африке, а именно в Натале. Готов присягнуть, что вы там никогда не были. Значит, это твои штучки, а? Вы ошиблись адресом, джентльмены. Вот мое удостоверение. Да, я бывший инспектор уголовного отдела Скотланд-Ярда. Сюда меня пригласили по делу. Кто? Он. В письмо был вложен щедрый чек. Я должен был представиться гостем и следить за вами. Ваши фамилии мне сообщили заранее. И вам объяснили, почему? Ну, конечно. Из-за драгоценностей миссис Оуэн. Черт бы я побрал. Милая компания, ничего не скажешь. И я, такой стреленный воробей, мог попасться на мякине. По-моему, никакой миссис Оуэн вообще нет. Ваше заключение, мне кажется, вполне обоснованно. Письма, полученные нами, подписаны А.Н. Оуэн. Н. Оуэн, значит, аноним, неизвестный. Но это же безумие. Конечно, безумие. Вы правы. Я нисколько не сомневаюсь, что на остров нас пригласил человек ненормальный, скорее всего, опасный маньяк.